Убийство, произошедшее в Басарабяске несколько недель назад, всполошило город. По словам работников отдела уголовного преследования, полицию вызвала соседка убитой. 23 октября в 10 часов в инспекторат полиции Басарабяска поступил звонок от одной из жительниц города, которая сообщила, что обнаружила в соседней квартире труп женщины в возрасте 30 лет. Выехав на место происшествия, оперативная группа установила, что смерть была насильственной. Точнее, это механическая асфиксия. Было возбуждено уголовное дело по статье 145 пункт 2 «Убийство человека». Как отметил Ион Гадорожа, на данный момент подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался молодой человек 1996 года рождения. Уже доказана вина этого человека. Он взят под предварительный арест. Сейчас устанавливаются обстоятельства дела. Подозреваемый ничего не говорит, но по поводу расследования мы установим мотив преступления. Согласно статье 145 пункта 2, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок. Это уже второе убийство, произошедшее в Басарабяске с начала текущего года.